Астана стремится ввысь, и не только своими небоскребами. В эти дни Россия и Казахстан договорились отправить на МКС казахских космонавтов. Казахстан выразил желание, чтобы они полетели на Международную космическую станцию, причем не в качестве туристов, как мы говорим, а в качестве, значит, бортинженеров, как минимум, и работали там в течение полугода. Эта задача может быть решена только по договоренности с 5 странами, участвующими в создании МКС и эксплуатирующих ее. Этим мы сейчас и занимаемся. Казахстан, полагаясь на помощь России, мечтает войти в клуб космических держав. Тем более, что на протяжении полувека на территории республики находится крупнейший в мире космопорт Байконур.